Друзья, всем привет! С вами Кира Штофун, автор проекта Let's Raw, проект о здоровом питании, сыроедении и фрутарианстве. И сегодня мы говорим на тему, что едят сыроеды, что не едят сыроеды. Итак, что едят сыроеды? Сыроеды едят необработанную, неприготовленную, необработанную ни термически, ни химически, сырую растительную пищу. Это фрукты, это овощи и это зелень. Также орешки, семечки едят, но в небольшом количестве, не больше чем 50 грамм в день. Я, например, сейчас находясь уже на 8 месяце полноценного 100% сыроедения, не ем орехи совершенно и считаю это уже даже не сыроедческой едой. Так, сыроеды не едят замороженные овощи, фрукты, ягоды и так далее. То есть очень часто бытует и распространено мнение, что сыроеды могут есть замороженное, но это не так, это не сыроедческая еда, к сожалению. Сыроеды не едят лук, чеснок, специи, перец и так далее. Сыроеду не нужно приукрашивать вкус натуральной естественной пищи, а лук и чеснок уже... их вкусовые особенности не привлекают сыроеда. Сыроеды не едят больше, чем 10% жира в день. Сыроеды не смешивают пищу там больше, чем 5, максимум 6 ингредиентов. Друзья, переходите вместе со мной на сыроедение. С вами была Кира Штофун. До новых встреч в новых видео.